Завершився центральний матч першої ліги ХФЛ. Матч між командами Шарк та Київінфо. Така вольова перемога 3-2 Київінфо. Київінфо виходить на перше місце. Ну і за два тури до фініша лідирує в своїй лізі. Дім, скажи, будь ласка, наскільки складний матч був Шарком і як зумів все-таки виграти цей матч? Ну, матч був складний, обоюдна була і боротьба на кожному участку поля. Я думаю, что благодаря тому, что мы показали свой характер сегодня и сыграли до конца, сыграли борясь, каждый показал свой характер, каждый боролся, каждый хотел выиграть, и это, ну, получилось из благодаря этому, вот счет 3-2 в нашу пользу. Команды практически равные, но за счет желания, за счет такого стремления мы вырвали эту победу. Я поздравляю всех ребят, все ребята молодцы. Дим, команду уже можно витать с чемпионством, еще зарано все-таки? Нет, зарано витать. Мы каждый матч будем настраиваться на победу. Заранее это еще это победа конкретно в этом матче, но не в чемпионате. Поэтому мы будем каждый матч выходить и доказывать, что мы действительно лучше. Ну что, дякую вашей команде еще раз с перемогою и бажаю успехов в наступных матчах.